Выпавший накануне снег стал неожиданностью для большинства ярославцев. Многие уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Но только не для работников компании «Родострой», которая убирает все районы города, кроме Красноперекопского и Ленинского. Ну, вчерашний снегопад был для нас далеко не сюрпризом. То есть мы его ждали, по прогнозам он был. Техника стояла в держимом режиме, вся наготове. Как снег пошел, то есть все выехали. В принципе-то сразу же началась обработка уличной дорожной сети. Основная масса снега была вывезена еще накануне вечером и ночью. А сегодня дорожники уже убирали остатки. Маленькие юркие погрузчики чистили узкие места города, как здесь, на Ярославле главном. Большая спецтехника полила городские магистрали жидким реагентом. Всего на уборку последствий снегопада задействовали более 120 единиц техники «Родостроя» и более 80 человек личного состава. Как сообщают синоптики, прогноз погоды на ближайшее время благоприятный. Хотя дорожники говорят, они постоянно находятся в полной боевой готовности. Екатерина Абрамова, Денис Ромашов. День в событиях.